Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. И сейчас вы узнаете, что же стремительно несется в вашу жизнь. Что за события, ситуации или люди. И это мужчина, который стремительно несется в вашу жизнь. Это мужчина светленький, у которого рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза. Активный, целеустремленный, жизнерадостный. Волосы могут быть темными, даже черными, но обязательно будут с красноватым или рыжеватым отливом. Так, еще смотрим, что переживания. Возможно, как раз таки из-за появления этого мужчины несутся в вашу жизнь. Переживания, волнения, да, очень сильные. Я думаю, что все-таки причиной этому будет появление этого мужчины. Смотрите, мужчина может быть просто какой-то знакомый, может быть родственник, может быть вообще новый мужчина в вашей жизни, то есть новое, какое-то новое знакомство, может быть коллега по работе, сосед, то есть в принципе кто угодно, а может быть и ваш мужчина, если подходит по описанию. Так, еще кто? Надо было вопрос задавать, кто несется вашу жизнь стремительно, а не что. Еще один мужчина, у которого черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой. Этот мужчина, кстати, оба мужчины старше вас. Второй мужчина также достаточно широкий круг, да, может быть знакомый, может быть коллега, родственник, ну и так далее, или ваш мужчина, или даже муж. Если также подходит по описанию. Вот. Единственное, что второй мужчина, король Пентаклей, это еще может быть и ваш начальник. Вот. И может быть человек, с которым у вас какие-то деловые связи. Так, да, встреча, кстати, с ним будет очень плодотворная. Если это деловая встреча, то благоприятно подписание договоров, сделок, контрактов. Мужчина точно вам знаком, вот этот второй. Встреча очень приятная. То есть, смотрите, первый мужчина мчится в вашу жизнь, с ним связаны только какие-то волнения, переживания. Не исключаю, что у вас есть к нему чувства. Вот, ну, или, причем чувства могут быть разные, это может быть любовь, и может быть наоборот, это может быть злость, обида и так далее. А вот второй мужчина здесь... Либо вы очень хорошо к нему относитесь, да, также может быть, да, мужчина, с которым, вот это мужчина, с которым вы в паре, в браке, а вот может быть ваш родственник, может быть деловые отношения, но в любом случае встреча для вас будет очень и очень приятная. Приятно, а если это деловые связи, то еще и очень плодотворная. Так, девочки. Ну, это просто невероятно. Еще один мужчина несется в вашу жизнь стремительно. С чувствами к вам. Мужчина шатен, с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Так, посмотрим, с чем он так вам несется. Ой, девочки, тоже очень приятная встреча. Не просто приятная, а такая прям... встреча, от которой вы прям будете прыгать от счастья. Да, и успокоитесь наконец. Видимо, какие-то волнения были связаны с этим мужчиной в прошлом. Вот, а сейчас он появится. Кстати, если по описанию этот мужчина похож на вашего, с которым вы в паре или в браке, то, скорее всего, вам предстоит какое-то совместное путешествие. Так. Ну, и на этом, наверное, закончим. Вот трое мужчин несутся в вашу жизнь, причем вот этот мужчина второй, он появится в ближайшие несколько дней, неделю. Вот этот мужчина появится в ближайшие 1-3 месяца, хотя он вышел первым. А вот этот мужчина появится в ближайший месяц, ну, буквально 3-4 недельки. А вот, так что смотрите, второй и третий мужчина идут вам очень благоприятно, то есть это... радостные встречи. Вот третий мужчина, это может быть даже возвращение какого-то мужчины или вашего мужчины, если он сейчас не с вами, вашего мужа, например. А вот.
А вот этот мужчина больше, я бы сказала, именно деловая встреча, но очень благоприятная. Да, от первого мужчины я на самом деле вижу только волнение и переживания. Так что, действительно, видео надо было назвать «Никто, ничто несется стремительно в вашу жизнь». А кто стремительно несется в вашу жизнь? Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram. По этому номеру присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Ссылочка на него есть внизу в описании к этому видео. И станьте тарологом мгновенно вместе с моей большой книгой Таро. Заказываете книгу, она вам приходит через 5 секунд. Сразу задаете свои вопросы или сразу начинаете тренироваться. Задавать вопросы. Задаете вопросы, открываете книжечку и тут же сразу же читаете ответ. В моей большой книге Таро вы найдете ответ абсолютно на любой вопрос. Закажите книгу по ссылочке внизу в описании и в моем первом комментарии. И получайте ответы на любые ваши вопросы или не ваши вопросы. В общем, на любые абсолютно вопросы. С вами была Алена Ариес. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.